анонс и точка выхода нового сериала «Многодетство». Премьера сериала стартует с 12 февраля на интернет-площадке «Старт». В центре сюжета многодетная семья Герасимовых. Глава клана Павел всю жизнь мечтал о том, чтобы у него в доме было много малышей, а также о пространстве, в котором вся эта арава могла бы разместиться с комфортом. Павел и его супруга Марина воспитывают 5 детей и мечтают о 6. Жилищная ситуация в большом городе требует перемен. Будучи архитектором, Павел разрабатывает проект дома, в котором такая большая семья, как у него, не испытывала бы каких-либо бытовых затруднений. Но где и как построить подобный дом? Обстоятельства подсказывают решение. Семье придется поменять привычное место жительства. Для нового этапа выбирается деревня Завражье, в которой прошли детские годы Павла. Его родные находят там неизвестный, но очень привлекательный мир. Правда, далеко не все новоявленные соседи готовы принять сугубо городских жителей с распростертыми объятиями. Ведь их привычки и планы часто идут вразрез с налаженным ритмом. Кроме того, далеко не все дети готовы спокойно принять неожиданное решение отца. Премьера сериала стартует с 12 февраля на площадке «Старт». Если вам нравятся сериалы и ждете выхода новых серий, тогда ставьте лайки, подписывайтесь на канал, жмите на колокольчик и будете в курсе последних новостей о новых сериалах. Спасибо за подписку и лайки.